Всем привет, с вами Жора. Сейчас я нахожусь на YouTube Creator Day. Сейчас у нас перерыв, там дают покушать, всякие бутерброды, водичку. Я взял себе два вот таких вот бутера, или как они там правильно называются? Итак, основная часть мероприятия закончилась. Сейчас у нас будет панель с Лиз ТВ. Они будут отвечать на вопросы. И уже будет завершение всего мероприятия. Людей, которые приходят специально, чтобы попробовать съесть шоколадку за 100 шагов. В Питере, в Москве, обычно. Да, обычно 100 граммовый шоколад. Кажется, легко. Реально очень сложно. Очень сложно. Реально люди тренируются, и вот все больше и больше людей получается. То есть это реально? Все больше сложно этих сформулировать. Сценарный ролик, то мы, естественно, пишем сами сценарий. И стратегическое развитие никто не отменял каналы. То есть этим занимаемся мы до сих пор. И никому это просто не передать, потому что специфику только знаем. Все, конец мероприятия. Сейчас будем фоткаться. Все, я уже приехал домой. Что хочу сказать? Мне все очень-очень понравилось. Там была такая, знаете, теплая семейная атмосфера. Несомненно, все советы с лекции мне пошли на пользу. И в ближайшее время я буду применять их на практике. Кстати, уже при выходе нам давали вот такие пакетики с подарками. Но еще я положил сюда все то, что получил во время лекций. Сейчас будет мини-анбоксинг. Посмотрите, что тут находится. Думаю, вам понравится. Вот такой пакетик, еще раз вам покажу. YouTube Creator Day. Так, давайте же посмотрим, что там находится. Первое, это вот такие очки. Мне попались вот такие красные. Ну, в общем, их выдавали рандомно, и кому какой цвет попадется, никто не знал. Здесь есть вот такой логотип YouTube. Ну и бирочка русского языка, на ней, к сожалению, нету. Ну, естественно, бейджик. Аветисов. Силухик. Ремешок. С кнопками. Ну, бейджик как бейджик, ничего особенного нету. Еще там был аппарат мгновенной печати, где я напечатал 3 экземпляра фоток. Они все одинаковые. Сейчас давайте покажу вам фоточки. Логотипчик YouTube в конце. У меня вот таких 3 штуки. Это фоточки. Ну и самое последнее, что осталось, это Google Cardboard. Видали? Это очки виртуальной реальности, только в картонном исполнении Google. Вот здесь показана инструкция, как пользоваться. В общем, открываем эту штуку. Вот так вот. Кладем сюда телефон. Закрываем. И своими глазищами вот так вот смотрим. Мы можем поворачивать смартфон вверх-вниз, вправо-влево и окажемся в виртуальной реальности. Ну а на этом все. Если тебе понравилось это видео, то ставь лайк и подписывайся на канал. Ну а я увижусь с тобой в следующем ролике. Пока! О да, давай! Давай! Замолчал. Кстати, уже при выходе нам давали вот такие пакетики с подарком.